Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на моем канале «Студия вкуса». Недавно я приобрела 2 контейнера на колесиках, и это очень помогло мне организовать мое рабочее пространство. В один контейнер я сложила все свои многочисленные формы, и теперь одним движением руки я выдвигаю ящик и достаю все, что мне надо. На второй ящик я сложила более мелкие предметы. Это сублимированные фрукты, всякие коробочки у меня с орешками и так далее. И стало очень удобно. Также я купила 4 короба и решила сложить туда все самое такое необходимое, которым я пользуюсь каждый день. Пока мне это кажется не только удобным, но и красивым. И теперь мое рабочее место выглядит более нарядно и более аккуратно. Если вы видите, некоторые формы у меня не поместились в коробке, но я придумаю попозже, что с этим делать. Также я начала подготовку к Новому году и приобрела вот такие красивые формы для шоколада. Также я докупила декор для украшения шоколада. Тут мне одна девушка в Телеграме написала, что вот эти вот кругленькие шарики невозможно разжевать. Друзья, у меня воздушный рис. Он очень мягкий, жуется очень хорошо. Видимо, девушке что-то попалось другое. Я уже подготовила формы, добавила сублимированные ягоды, орешки и воздушный рис. После того, как я затемперировала шоколад, отливаю нужное количество мне в пакет кондитерский и начинаю заливать формы. Аккуратно отрезаем кончик, чтобы он не попал нам в форму. И начинаем заливку. Я начала с формы с Новым годом, поэтому отрезала очень тоненький краешек кондитерского мешочка. И начинаю аккуратно заполнять все ячеечки. После этого я эту форму залью молочным шоколадом. Очень мне нравится эта форма, и, скорее всего, я куплю вторую, потому что часто нужно заливать буквы или цифры, которые повторяются, и это становится неудобным. Вторая форма меня бы просто спасла. Очень давно я хотела эту форму новогодних шаров, и, наконец-то, в этом году я все-таки решилась и купила. И, наконец-то, моя душенька спокойна. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете форму заполнять ложечкой. Единственное, мне такой способ кажется не очень удобным и более долгим. Я добавила цвет в шоколад и продолжаю заливать формы. С
сильно стараюсь не простукивать, чтобы у нас получился эффект открытых конфет, и помогаю зубочисткой убрать воздух. Ну и остались зайчики. У нас год кролика. Я вот купила такую красивую форму. Будут конфетки в виде зайчиков. Прошло время, и шоколад у меня стабилизировался. Я аккуратно его вынимаю из форм. И вот такой у нас с вами получился шоколад с Новым годом. Ну и также аккуратненько вынимаю остальные фигурки из форм. Я решила добавить кандурин на шоколад, чтобы игрушки засияли, засверкали и были более похожи на настоящие. Вот такие красивые новогодние шары. Ну и остальные фигурки у меня получились. Очень похожи на настоящие. Кто не знает, отличить не может.